родине. Авторские композиции о Тамбове вынесли в отдельный блок и оценивали отдельно. Ну а дипломы и памятные подарки стали приятным дополнением к возможности донести до зрителей частичку души. Екатерина Кошеленкова, Илья Камбаров, «Вести Тамбов». Все новости региона также доступны на нашем сайте вести-тамбов.ру и в российской доменной зоне вести-тамбов.рф. Я прощаюсь с вами до завтра. Прямо сейчас новые серии исторической эпопеи «Екатерина. Взлет».